Мария же, стоящая у гроба вне плачущей, як уже плакавшися, приничи в гроб, и видя два ангела в белых ризах сидящие, единого у главы и единого у ногу, и где же бележало тело Иисусова. И глаголосто ей она, «Жено, что плачешься?» Глаголы има, «Яко взяша Господа моего, и не вем, где положишь его» и сия рекши обратися вспять, и види Иисуса стоящего, и не видишь, яко Иисус есть. Глаголы ей Иисус, Жено, что плачешь и кого ищешь и? Она же мнящий, яко и вертоградар есть, глаголы ему, «Господи, аще ты, если взял его, повешь мне, где, если положил его, я возьму его». Глаголы ей Иисус, «Мария, она же обряжься глаголы ему, равуни, еже глаголицу учителю. Глаголы ей Иисус, не прикасайся мне, не убав к отцу моему, иди же к братьям моей, ирцы им, восхожду к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Приди же Мария Магдалина, поведающая учеником, як увиди Господа и сия речей ей».